Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как пополнить счет в Тинькофф Бизнес. Все способы. Способов есть несколько. Первый способ – это пополнить счет в Тинькофф Бизнес через банкоматы именно Тинькофф Банка. Для этого нам понадобится карта, вводим пин-код, ну и соответственно выбираем пополнение. Кроме банкоматов Тинькофф Банка, можно воспользоваться также и банкоматами-партнерами. Какие именно банки-партнеры, банкоматы-партнеры, лучше всего смотреть на карте, либо в приложении Тинькофф Банка, либо через сайт Тинькофф Банка. Там на карте показаны все точки, все банкоматы, которые как раз-таки принимают наличные и через которые вы можете пополнить счет. Далее, кстати, могут пополнять карту переводами не только юридические лица, но также и физические. Разницы в этом совершенно нет. И можно пополнить счет через обычный перевод. Можно это сделать как держателю карт Тинькофф Банка, так и держателям карт посторонних банков. Можно это сделать двумя способами, либо же перевести деньги по номеру счета. Для этого, конечно же, нужно знать номер счета, посмотреть его можно в реквизитах, либо же по номеру карты. Разницы в этом совершенно нет, что вы знаете, да, по таким способам и можно пополнить счет. Как я уже сказала, неважно, физическое вы лицо, пользуетесь обычным мобильным приложением и у вас дебетовая карта, либо же у вас также открыт счет в Тинькофф Бизнесе. Также можно пополнить счет через партнеров Тинькофф Банка. Это могут быть различные точки пополнения, например, Связной, Евросеть, МТС, Мегафон и другие. Либо же, например, воспользоваться такими платежными сервисами, как Киви, Яндекс.Деньги, но сейчас называются правильно не Яндекс.Деньги, а Юмани. Либо же, например, можно совершить перевод через Золотую Корону. Как вы видите, способов очень много и нужно выбрать удобный для вас. И в принципе пополнение и перевод на номер счета Тинькофф Бизнес не существует какой-то сильной разницы, как пополнение обычной дебетовой карты Тинькофф. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания!